Ну, я так понимаю, что в основном обсуждают и выступают против этого достаточно влиятельные, особенно в средствах массовой информации, лица как раз той самой нетрадиционной ориентации. Остальным, как бы, на это, честно говоря, глубоко наплевать. Это первое. Второе, ну, это откровенное передергивание, ведь это не антигейское, а антипропагандистско-гейское. Это совсем другое. Пропагандировать нельзя. Ребят, занимайтесь, но пропагандой среди детей, к тому же, ограничения, не занимайтесь. Ну, столько ограничений наложено, что, понимаете, когда начинают говорить, что это против геев, это, так сказать, их угнетают и так далее, но это откровенное, так сказать, передергивание, которое, к сожалению, зачастую характерно и для нашей либеральной общественности. 1937 год, так сказать, Путин, новый Сталин, ну и все вот эти вот штучки, которые на самом деле, знаете, это самое, вот это знаменитое, старинное, идущее еще, по-моему, из Древней Греции басня про мальчика и волка, да, кричал волк, 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 а когда на самом деле пришел волк, ему никто не поверил.